Знакомьтесь, это Назым. Девушка окончила школу, сдала на отлично ЕНТ. Впереди еще один важный день – выпускной. В чем пойти на последний школьный бал, чтобы быть в тренде? Какую прическу сделать и какой макияж подобрать? С этими вопросами Назым обратилась к девчонкам молодежной редакции телекомпании ОТРАР. Остаться в стороне мы не могли. Первым делом выбор стильного платья. За самым-самым вечерним нарядом мы обратились к дизайнеру Айнур Турисбековой. Нам подобрали 3 комплекта и подсказали, что в этом сезоне модно и актуально. Мы еще раз вспоминаем тенденции этого лета. Платье-комбинации, блузы с открытыми плечами или грубые сандали, но это не означает, что нужно полностью пересмотреть свой гардероб. Тенденция этого лета – подчеркнуть свою индивидуальность, главное, чтобы было вам удобно и комфортно. Первый комплект состоял из 2 вещей. Кожаное принтованное геометрическим рисунком платье дополнил широкий кожаный пояс. Платье оказалось для Назым большевато, и мы с единогласным «нет» отложили его в сторону. Второй комплект оказался сборным. Легкое белоснежное платье дополнила черная накидка в дырочку, а также широкий пояс из прошлого комплекта. Покрутившись перед зеркалом, Назым обещала подумать и повесила наряд на вешалку. Оказалось, что в этом бутике очень любят кожу. 3-й наряд был также из нее. Дерзкое, смелое платье с открытой спинкой и бахромой внизу Назым очень подошел. Но в жаркое южное лето в нем долго не походишь. Дизайнеры учитывают погодные условия, и поэтому легкие платья из струящихся материалов остаются на пике популярности. Короткие или в пол, с открытой спинкой или нет. С декольте или же с плечиками, сверкающие на солнце или однотонные. С аппликациями или нет, выбор на ваш вкус. Я примерила 3 платья. Что-то мне понравилось, что-то нет. Но я сделала свой выбор, и я знаю, в чем пойду на выпускной. Она красивая? Даже очень. Выбранное платье нам отложили, а мы отправились за туфлями. Здесь нам на помощь пришли консультанты торговой сети Изуми. Здравствуйте. Добрый день. У меня скоро выпускной, и я выбрала черное кожаное платье. Я бы хотела, чтобы вы помогли мне выбрать обувь. С удовольствием. Пройдем. Выбранному платью нам подобрали 3 пары обуви. Красные туфли-лодочки на маленькой шпильке с острым носом и открытой пяточкой на взгляд Назым оказались только красивыми. Устойчивости – 0. Девушка планирует весь вечер протанцевать и поэтому отложила их в сторону. Вторая пара – туфли-лодочки на небольшой шпильке с острым носом Назым понравились больше. Они и устойчивые, и красивые. А еще они уже который сезон остаются модными. Второй вариант туфель нам дали примерить и в другом цветовом варианте. Красные туфли-лодочки Назым приглянулись больше всего. Яркий цветовой акцент к наряду обеспечен.
туфли и платье отложены до заключительной примерки, а девушке осталось сделать макияж и прическу. Их нам сделают в салоне красоты Сергея Корунина. Так как выбранный образ получился ярким и дерзким, с макияжем мы решили не мудрить и сделать его как можно более легким, в оттенках коричневого, бежевого и розового. В макияже самое главное – правильно выбранный акцент. Мы сделали его на глаза, а губы украсил лишь нежно-персиковый блеск. К слову, сделать элегантный макияж легко и в домашних условиях. В интернете можно найти кучу мастер-классов. Вот один из них. Запоминайте или записывайте. Модные тенденции причесок почти не изменились с прошлого года. Это и крупные локоны, и элегантные высокие прически. В этом году можно сделать себе высокий хвост или заплести косу. В умелых руках мастера эти повседневные прически станут стильными вечерними. Ну а мы над прической долго не думали. Накрутили на выпрямитель упругие локоны. Образ завершен. Так как выпускной у Назым будет проходить вечером, девушка, не беспокоясь о жаре, выбрала стильное вечернее кожаное платье. Дополнила образ красными туфлями, лодочками и клатчем под цвет. Кажется, вышло изумительно. Теперь на своем выпускном я буду самой красивой. Спасибо телеканалу «Утро». Shoot across.